Свердловская магистраль закончила строительство пешеходного перехода. Данный переход состоит из павильона и самого моста, чтобы перейти на платформу 2-3. Также дублируется для удобства пассажиров лифтами. Протяженность моста 120,5 метров. Мост адаптирован для всех маломобильных групп населения. Очень красиво, аккуратно, культурно. Здорово, молодцы. В Перми такого нет. Подобное в Перми на улице. Мы приехали к папе, он у нас мобилизованный, повидаться. 52 сообщения.